И всем привет! Вы на канале Федро Юдо Гейминг, меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем играть в Rebel Копсов. У нас трое пацанов стоят на входе, ждут, когда один нажмет на кнопочку. Какой-то там батарейка, я уже ничего не помню. Огромный зал с кучей бандюганов супермаркета. И еще один, по-моему, Бритбейкер, да, вот здесь вот на складе ждет нашей команды, чтобы его зачистить. Тут тоже много народу стоит, вот так вот, да. Так что давайте смотреть. Также у нас есть снайпер, можно его сразу же куда-нибудь использовать. Соседние помещения чекнуть на наличие пацанов. А, вот эти двери, которые заперты, наверное, без сигнализации их не открыть, да? Я правильно понимаю? Окей. Я даже ничего проглядеть не могу. Вот так вот. То есть это все проглядывается и так далее. Ладно, нам снайпер не нужен. Давайте действовать. Посмотрим, что получится, когда мы нажмем Allriders'ом на эту веселую кнопочку. Так, подождите. Тут их двое. А почему я три руки видел, а один подходит? Ну ладно, это все фигня. Дойдет использовать. Открылись все двери. Что с пацанами случилось? Пацаны насторожились. Что-то изменится, нет? Ну, если нет, то нет. Замечательно. Так, давайте смотреть на их реакцию. Они все насторожились. Что-то пошло не так, да. То есть открылись дверьки. О, даже черный вход открылся. Ну, я думаю, нам он не нужен, до него бежать и бежать. Ну, лучше... Или подождите. Давайте через черный вход, может, зайдем? Или через этот лучше? Блин, я не знаю. Так, давайте смотреть, что будет сейчас. Дальше. Не закроются ли двери? Походу, надо все-таки через черный ход заходить. Слишком уж тут многолюдно. А этим вообще пофиг. Ходят, доходят. Походу, трое. Надо либо их ближе подпускать. Так, Бритбейкер, а у него нож есть и есть. Замечательно. Тут стоит раз, два, три, четыре. Минимум один ходит. Ага. Ну ладно, мы еще посмотрим, как они ходят. Если что, вернемся к ним. Ой-о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 й. Ну тут надо, наверное, сохраниться и просто действовать, да? Давай ты, парень. Нет, ты давай, наверное, все-таки ливит. Так, ливит. А где он? Вот он, да. Беги вот сюда. Через черный ход пойдешь. Зря такой круг делал, да. А почему я в прошлый раз там... Я же туда, по-моему, бежал и дверь не нашел, да? Получается так. Получается так, наверное. Так, Allriders. Потихонечку подходи. Нас же не спалят, если мы так ставим. Не... Вот, да, открываем. Не взломать и открыть, я правильно понял? Ой-о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 й
Ты тогда тоже открывай дверь. Посмотрим на их реакцию. Ну, по-моему, они тупые, и они должны просто там проигнорировать всю эту тему. Так, Брит Бейкер. Пока стоишь, да, получается? Или подойдешь? Меня смущает парень сверху. Парень сверху может нас спалить. Хотя тут максимальное препятствие. Я думаю, он нас не спалит, если мы даже вот сюда вот встанем. Кто взять? То есть он вот так видит, вот по такому расстоянию. Ну, давайте я назад отойду. Пусть там дальше стоит, думает. Окей, смотрим, что будет. Кажись, на складе я накосячил пипец как. Ну все, палево у них прошло. Ну да, он тупит стоит. Эти тоже разбежались. Блин, а? Подозрительно, подозрительно. А как до сюда тогда идти? Если он палит в весь прострел этот. Непонятно. Так, канистра. Не, ну тут все понятно. Мы подбегаем, бьем дубинами. Ничего сложного нету. Правильно же? Ну один тут стоит. Ну и ладно. Мы даже их арестуем. Алло. Так, стоп, ливит. Ливит. Беги вот сюда. У нас же проблема-то в чем? Ножей не хватает, дубинки есть. То есть с дубинками проблем нет, да. Хорошо. А этот даже не спалил. Ну и ладно, мы воспользуемся этим случаем. Добежим вот сюда.
Оп, такой перелез. И то... Тут. А что, у него дубины нет, что ли? Ну, дубина же есть. А почему я в дубину не могу ударить? Он как-то стрёмно стоит или что? В засаде? За кассой? Ну, пожалуйста, ручки подними тогда, что? И почему я в дубины это не мог? Ну, короче, это говно, блин, надо перезагружаться. Назад. Надо перезагружаться, потому что он сейчас всех спалит. И... Почему он не ударил его дубиной? Что с ним не так? Окей, босс, заново давай. Потеряли время немножечко, ничего страшного. Так, теперь мы будем знать, что тут палево стоит. Можно тоже поэкспериментировать будет, да? Так, Бритбейкер тут, канист... А, мы в самом начале появились, да. Окей, так. Этот сразу же может открыть две двери. Теоретически мы можем вообще вокруг пойти. И когда мы этого арестовываем, у него получается, что мы не тратим ходы. Так, сейчас сначала надо нажать на эту кнопочку. Ну, то есть дверь со склада в супермаркет открылась, черный ход открылся. И все. Приколдесов больше нет. То есть он стоит спиной. Он так и продолжает стоять, но мы... А, подождите. Я понял, почему его ударить не можем. Мы потратили дополнительное очко действия, наверное. Хотя мы стояли здесь, у нас еще было очко действия. Мы же сказали ему руки вверх поднять. Я не понимаю, почему так? Почему его нельзя было ударить дубиной? Он какой-то зачарованный, наверное. Ну да ладно. Так, бежим сюда. Я думаю, мы справимся, мы выиграем. Мы победим. Да, там один. И дубина его. Окей. Так, все сделали. Смотрим дальше. Ну, блин, их тут дофига вообще. Тут резню надо устраивать, конечно. Или как-то беспалево между рядами пробегать. Но они все такие стоят, вообще даже не двигаются. Один только пошел. Нифига мы их дубинами будем окучивать. Ну, тут минимум вдвоем надо каждому подходить будет. Что вот с этими делать? Непонятно, да? Непонятно. Так, Allriders, давай его, вяжи. Окей. Кстати, у меня у кого-то есть пистолет с глушителем, можно тоже его поиспользовать будет. Так, здесь я сохранюсь. Вот, ну смотрите, ну можно же его ударить. Почему нельзя-то? Что за баги? Баги. Окей. Так, надо посмотреть, где кто стоит еще. Из важных пацанов. Ну, давайте сюда пока встанем. У нас тут есть и преградка. Вроде пацан такой, не особо зрячий. Так, канистра. Так, я хочу сохраниться и попробовать еще раз это провернуть. Я бегу сюда. Тут заборов нету, по прямой бежит. Тратим один ход. Может, залагало просто? Но он неуязвимый, пацан. Он неуязвимый. Ну давай, арестовывайся. Багаюзеры! Не получилось, перезагрузилось. Он его арестовал. Ну-ка, подожди, покажись мне. Ничего дальше. А дальше-то как его вязать-то теперь? Ну, он арестован и стоит весь в огне, блин. И что дальше-то делать? Окей, действуем дальше. В наглую. Блин, я думал, я уже промахнулся. Пинг. Так, ливит. Беги сюда. Но мы его не арестуем никак. Как его арестовать-то сейчас? Вот сейчас вот как его арестовать? Я не знаю. Вот который руки поднял у нас. Ну, стой. Очень какой-то мерзкий парень. Но это фигня, мы их сейчас тоже это замутим. Подход можно ко всем найти. Меня волнует тот, который руки поднял. Да, дальше-то ты не иди, там же. Чё с тобой делать, чувак? Ты чё такой какой-то такой вот? Я не понимаю вообще. Что с этим кассиром сделать, чтобы он сдох?
Ну, может, вот так вот стать. Слава тебе, Господи, закручивайся давай. Клеточка какая-то багованная, короче. Окей. Дальше. Этого мы крутим. И встаем как-нибудь поудобнее. Допустим, вот сюда вот. Чтобы не раздражать. Блин, там записочка какая-то, надо тоже прочитать будет. Так, Ливит, беги сюда. Я думаю, тут никого нет. Что на улице им делать? Там снег идет, они на улице будут стоять, ага. Добежали, замечательно. Так, этого надо встречать. Он где-то вот прям вот тут вот. А, ну он наверх пошел. Ну ладно, пользуясь случаем, передаем ему привет. Вот сюда вот за кассой спрячемся. А вот там, смотрите, какая-то дверь. Есть интересно, что там. Что там лежит? Вот мне теперь интересно, что там лежит. А, подождите, а двери закрылись после сигнализации? Походу закрылись двери. Нет, открытые остались. Уже так хорошо, да. То есть надо еще в этот кабинетик зайти, там будет по-любому что-нибудь вкусное. Может, сейчас зайдем? У нас отмычка есть. А вдруг она нужна? Ну, в принципе, уже не нужна, наверное, будет. Ладно. Я вернусь, посмотрю, что в дверях лежит. Вот прям заинтриговали двери. Может, конечно, снайпером было просветить, но там, скорее всего, беспалевная эта зона. Сейчас, наверное, из-за этой комнаты много потеряем времени, вообще пипец, потому что они начнут возвращаться, надо будет их ждать, да и мы, в принципе, никуда не спешим, время пока есть. Так, ход 33. Ограничений по ходам же нету, что? Алло. Давай, забегай, смотри. Ну, открой так, без взлома жопы. Ну, ладно. Купим еще. О, да, найс, один какой-то запиской и фигиском. Ай-я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 й. Как лучше подбежать-то, чтобы не спалили? Дядька-то с дробовиком сейчас назад вернется. Надеюсь, он нас не спалит. Так, пацан, тут всяк, пацан. Можно лутать. Дофига всего лежит. О, следующим ходом я могу его прям вырубить. Я отсюда вот встану, надеюсь, это... Так вот как-нибудь, да? Непроглядываемый столб. Так, у нас ходов остается накуролесить с этим парнем. Тут никто не ходит, так что мы в наглую прибегаем. Ножик у нас есть, я проверял в прошлый ход. И ножом его вырубаем. Отлично. Теперь можно полутаться здесь будет. Ну, еще двое, правда, ходят. Ну, как-то играючи, да, мы с ними расправились? Не находите... Я перестрахуюсь, потрачу на один ход больше, но зато посмотрю, что тут происходит. По-любому встречать будут. Ну, пока нифига. Все. Ну, у него глушитель. Все, мы распознали, кто с глушаком бегает. Ничего. Ну, не спалите же вы этот труп, который между стеллажами лежит и воняет. Толстенький. Он сейчас будет идти ко мне, поэтому мы его просто подождем. И надеюсь, он меня не спалит. Как-то так, да. Можно даже на одну клеточку отступить, тогда может не хватить. Да, нормально все будет. Вот так вот встанем. Нас и не спалят. Да. И зоны будет хватать, чтобы атаковать его в следующий раз. Сердечко получилось какое-то. Так, Брит Бейкер. Ящик прям нужно будет брать в руки. Это плохо. Я, наверное, пойду вокруг. Лутануть, что тут есть? Что это такое? Серебряная фляжка. Ну, это супер важная вещь, на которую точно нужно потратить время, да? Этот назад, наверное, сейчас пойдет и спалит меня. Да и пофиг. Мы за ящик следующий ход спрячемся. Я думаю, будет все нормально. Так, ты тоже можешь прибежать сразу же лутануться. Такая ловушка. It's a trap! Опаньки, опаньки. Между рядами пробежала крыса Ливит. Забрать черный чай. Сейчас этот всю операцию провалит из-за своего чая. Давай сюда прячься. Так, ну давай смотреть, что здесь. Там еще продолжение банкета. Записка. Для всех бездельников на сегодняшней смене код от дверей супермаркета 6666. Да, всего один, а вы думали, что у меня есть время задавать код для каждой двери?
Я вообще-то делом занят, в отличие от вас, следить за порядком, кто будет. И как мы его будем использовать, эти 666? Для каких дверей? У меня есть сейфы с неразгаданными шифрами. Но я думаю, это не об этой фишечке идет речь, а об какой-то другой. Так. Ну, мы эти двери все открыли, так что пофиг, наверное. Ненужная информация была. Так. Пока что ждем прихода Толстого в зону комфорта. Ну, как-то скромненько он подходит. Очень скромно. Ой-ой-ой-ой-ой. И далеко. И далековато, да, получается у Бейкера. А, ну хотя нормально. Вкусновато. Близковато. Ножом его, пожалуйста. Замечательно. Я думал, круг этот чувак по периметру ходить не будет. Он вернется назад, и мы его там по дороге тяпнем. Тут такая же тема, то есть, в принципе, пофиг. Что, сделали круг? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как мы наглеем-то, ёпарсоте. Надо, наверное, было все-таки его это не на глушняк, а вязать. Ну ладно, пофиг. Уже начинаем потихонечку спешить ошибаться. Обыскать. Сигареты. Вот ради сигареты я потратил одну отмычку. Здесь следующая отмычка понадобится, да? Я правильно понимаю? Открыть. А может это склад? Супер склад маркетный. Непонятно, непонятно. Канистра пока ничего не может сделать, потому что он в заложниках этого толстого парня, который еще вперед пройдет. Надо, наверное, немножечко сохраниться. Совсем чуточку дам. И нажимаем следующий ход. Смотрим. Ну да, вот теперь можно действовать. Угу. О, смотрите, он походу круг пойдет, нет? Ну и мы тоже тогда круг пойдем. А надо рубать вот этого парня. Да пофиг вообще. Пофигу, он за стеллажом уже. Он просто услышит, как тело за стеллажами какое-то упадет. Давай его ножом. Тренск. Замечательно. Так, Бейкер, 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 Бейкер. Ну, я думаю, мы даже утонемся по дороге. Чё, томатный сок? Соус, окей. И сюда беги. Можно даже вот сюда. Чтобы одну клеточку сэкономить. Так, надо тут еще глядеться. Да? Надо тут еще глядеться. И там мне тоже интересно, лежит какая-то аптечка или что это такое, не знаем. Ладно, бежим сюда. Если спалят, убежим. Или не спалят даже. Как лучше сделать-то? Вот эти вот 3D, они немного бесят, да. Вот совсем чуточку бесят. Давай так ставим. Надеюсь, сбоку никто не пойдет. Так, тут тоже что-то лежит, но что-то не кликабельное. Надо смотреть. Давай сюда. Ну, что-то-то лежит же, нет? Или это мне кажется? И еще одна какая-то комната. Лабиринты. Я не понимаю, что это такое. Ну и ладно. Так, All Riders немного заплутал. А остальные все нормально сделали, как надо. Пипец, блин, чувак, ходит такой мимо трупов. Трын-ты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 
То есть мы прям на свету. Давай возьмем. Бастурма. Давай. О, опасный момент. Мы сейчас двоих вынесем, походу. Давай ты сюда. Да, пофигу вообще. Это плохо. Это очень плохо. Давайте мы... Давай, ливит. Я знаю, это крутой чувак. Да, ты справишься. Ну и получается, мы вот эту вот всю четверть, или сколько это даже расстоянием, мы сделали. Чувак, из-за того, что ты меня напугал на ножом в почку. И вот эта вот четверть свободна, кроме вот этих вот нижних фиговин, в которых здесь кто-то ходит, да. Но я думаю, Allrider сейчас разберется с ними. Надо вот здесь вот еще посмотреть, что есть. Как раз мы ходим на весь ход. Вот, записулечка какая-то лежит. И все.
По сути, ради нее сюда мы только пришли. Окей, так, этот ящик мы соберем на обратном пути. Все равно нужно будет сюда. Опаньки, оп, а может... И мы в супермаркет заходим, алло, блин. Жескач. Но эти двери были закрыты, так что, скорее всего, тут народу-то и нету. Мне кажется, там все будет максимально пусто. Просто немножечко больше времени потратим на пробежечки. Ой, нас сейчас парят, смотрите. Опаньки, а мы сюда лутаться пришли. Давай, иди сюда. Мышь пробежала. Главное, чтобы не спалил, я расстроюсь, конечно, да. Я думал, он спиной стоит. Да ладно тебе показалось, да, все нормально. Вообще в шоке стоит. Что-то носу поколупался и пошел проверять. Прям как в фильмах ужасов. Ну ты не сильно не пугайся, чувак, тут булочки нет. Так что все нормально. Ты особо не пострадаешь, да? Давай сюда. Ну или пострадаешь. Чпеньк. Так, все. Идем, наверное, вниз. Подождите. Канистра. Давай. Ну что, наверное... А зачем я его еще раз дубиной ударил? Он же стоит, уже кайфует. Ладно. Чуть-чуть побили мужика. Бывает. Так, канистра, канистра, канистра. А, ну подождите. А у него три хода было, что ли, или что? Что-то он и побил, и не побил. Или я не бил. Я, наверное, не бил, да? Так, надо сюда как-то наверх подниматься. Между рядками. Как там может либо вниз проблему решать. То, что этот там заблудился, пипец как, да? All Riders. Короче, ищем толстых пацанов. Как-то вот так вот, наверное, сделать надо. Вот он один есть, но это не толстый. Вот еще один. Вот по этому маршруту пойдем, по зеленой линии, короче. Судьбы. А этим сюда встанем. Там какая-то вкуснятина лежала, видели? Что это такое? Ну, блин, надо лутаться. А как лутаться-то, Ливит? Беги назад. Сейчас возьмем то-то-то-то-то-то-то. Тут больше ничего нельзя лутануть, но можно выйти на улицу, что ли, получается? Как будто я здесь уже был. Вот честное слово, я вот как будто сюда заходил, и как будто я уже здесь был. Вот прям дежавю, ту-ту-туру, ту-ту и да, вот как-то так. Ладно, давайте читать. А как это происходит вообще? Я же тут был, я записку читал по-любому. Она нечитабельная. А нафига я сюда пришел? Нафига я отмычку использовал? Я вообще не понимаю. Да и пофиг, блин. Вот так вот разделяешь игры на серии и ходишь кругами. Комната пустая, думаю, что тут ходить? Я дверь не заметил эту в супермаркет, походу. Ну, либо она не юзабельная была, я не помню уже. Ладно, окей. Косякнули немножечко. Маршрут наш сокращается, потому что сюда мы, наверное, уже не попадем. А может, попадем? Так, этот сваливает. Тут одни... Вот это все, наверное, можно лутануть, что на земле лежит. Так, мне нужен Ливит. Ливит, ты сегодня за Самосяна? Давай, лутай все. Кукурузное масло. Ае, ае, ае. Ну беги сюда и тогда что делать? Да не спалят. Да не спалят. Да по-любому не спалят. Как-нибудь вот так вот можешь встать? Информатив. Ну, тоже, наверное, не спалит. Как-нибудь вот так на клеточку. Нет, стоп, подожди. Вот так вот встанем, чтобы лутануть. По диагонали же можно лутать было? Окей, сэкономил ход. Получается, вот зонка и все, да? То есть теоретически мы бежим сюда. Берем сундук и будем с ним путешествовать. Почему бы нет? Фигней какой-то занимаемся, да? Пенициллинчик! Вот он, родименький. То есть, в принципе, можно даже до конца стадии. А почему он не выделен никак был? То есть последнюю задачку мы выполняем.
Куда вот только его нести? Давайте посмотрим маршрут. Ну, это же... Ну, через супермаркет мы его сейчас зачистим и прям вот... Давайте так. Вот она зона высадки, да? То есть это будет быстрее, чем окопами. Ну, то есть так и так сюда надо идти. Но тут по-любому народ сидит. А можно посмотреть? Нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Нажимаем дальше, смотрим, что получается. Четыре человека, ходы очень быстро летят. Ну, что, ты меня спалил, что ли? Они что такие страшные все? Вы видели, он встал, смотрел на меня. У меня аж сердце, блин, в пятки ушло. Чувак, нельзя так пугать. Я тебя сейчас ножом ударю за это. Иди сюда. По диагональке так. Киберспорт. Чик-чик-чик. Обошел, обманул и ножом получил. Да, давай. Чпец, он прям с двумя рук, с двух рук. Так, окей, All Riders. Что, за помидорами пойдешь? Или как? Ну ладно, вы там разделитесь как-нибудь. Чпинг. Ну прикольно, не спеша, не спеша. То есть у нас нет ограничений по ходам. Сигареты какие-то лежат. Размером, блин, я не знаю, с чего. Я думал, это динамит какой-нибудь. Так, есть два хода. Ну, то есть, если есть два хода, можно немножечко пошалить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то прям... Да ладно тебе! Ну это пипец! Сейчас будет мясо, ребятки. То есть, смотри, что получается, да? Пошалили, пошалили, да. Вот это мы пошалили, короче. Ну, блин, я сохраняюсь, я сам косяк. Я не знаю, когда последний раз загружался, когда 10 минут назад. Сейчас будем тратить время. Ну, мы в броне, нас сильно не убьют за это, да? Если я... Ну, надо ближнюю угрозу, конечно, да. В упор он меня может попасть. Бейкер, Бейкер, Бейкер. Ну, давай, заходи сюда. Такой с ящиком вырывается. Это ограбление! А, пипец, надо перезагружаться, короче, походу они сейчас, представляете, что сейчас скажут мне? Они сейчас скажут, эй, чувак, пенициллин на пол, блин. Но он же сейчас палит меня следующим ходом. Я прям на глазах у него убил его друга. Он это не простит. Серьезно, ну да. Сколько спалит народу? Все, наверное. Вот, зато мы спалили всех. Промахнелся. В обраточку. Давай, сейчас будем по хардкорчику. Ну что, будем перезагружаться, походу? Один неверный шаг. Мне бесит, знаете что? Все бы ничего, они сразу знают, где я стою. Вообще все позиции палятся. И вот из-за этого только одной фигни. О, господи, боже мой, еще пацан-то крутой, смотрите, вышел. Из-за одной этой фигни. Из-за одной этой фигни, да? Меня бесит жутко все, да. То есть, ну откуда вы знаете, что я здесь стою? Ну, ладно, один. Ну, сейчас пойдут этого же еще с пенициллином дрючить. Ну, силы не равны, конечно. Тут без косяков надо играть. Силы не равны, я буду перезагружаться. Но я не вытяну, я просто сейчас время потрачу и сдохну. Да? В конце концов, проиграем. Ой, господи, как это все, блин, мило. Это так долго, мы вот здесь этим. Жесть. Ладно, погнали. Так, ты стоишь, ждешь. Зато. Подошел, замечательно. Allriders, где? А, ну Allriders у нас уже стоит там по дороге. За облаками, как говорится, да? Что с теми-то пацанами делать? Их четыре штуки, как их валить? Ядрить, колотить. Их может просто проскипать. Либо как-то через гранату заходить по стелсу. Ну, жесткач, короче, какой-то просто. Да подойди ты, блин. Ну, в принципе, недолго. Если не тормозить, то все можно сделать быстро. То есть у нас All Raiders. Да, давай. Лутани сначала, а потом... Это мое, я заберу. Окей, теперь баструмучку взял. Можно и ножом поработать. Вы, пацаны, меня выбесили. Теперь я не буду по максимуму вас рубить, не арестовывая. Как-то так, да. Давай, лутайся. Ну, короче, по стандартной схеме. Через труп такой перешагнул, побежал.
Так, ты. А я забыл, что хотел сделать тут, блин, вот сюда вот встать, да? Тут же не утонуться, ничего. А, ну вот, в принципе, все, мы прибежали. Тут нифига нет. Тут нифига нет. Зато есть вот этот вот парень веселый, который стоит и палит нас. И мы ничего сделать не можем. Зато у нас сейчас следующий ход будет 3 очка, и мы все сделаем круто. Ну как-то надо поаккуратнее действовать тогда, потому что ну пипец просто полный. Тогда нам повезло, считайте. Слишком много народу. Было поменьше, я бы пострелялся по-любому. Но тут нас достает все. Давай, руби его, пофиг вообще. Тут народ ходит только мертвый. А, какая трагедия, да, мужик? А вот если бы вы меня не спалили, было бы все у всех хорошо. А вот этот, кстати, может спалить сейчас, нет? Ай, пофиг, блин. Перезагрузимся, если чё. Так, вот теперь надо поаккуратнее действовать с разведочкой и на две клеточки не бежать в атаку, сломя голову. Три клетки есть, да, у нас? Где пацан стоит, я не знаю, поэтому мы встаем одной клеточкой вот сюда вот. Вот пацан появился. Какая прелесть, какая прелесть. Мы сейчас тебя убьем. А, ну, потом убьем, окей. Ножа-то нет. Бичи, блин, без ножа. Три ножа на отряд. Просто пипец. Ну чё, все, кого ждем-то? Заканчиваем. Ага. Ну народу дофига, просто жесть. Я вот в шоке, честное слово. Давай, Брибейкер, сразу же разбирайся с ним. Так, сначала залутайся. Придется пенициллин вокруг нести или чё? Да, сдохни, пофиг на тебя вообще. И на эти очки опыта. Так. Шанс какие? Четверых завалить в одну каску шансов ноль. Я правильно понимаю? Они сидят они вот здесь вот. Нет, где? Вот здесь вот сидят. В этой дурацкой комнате отдыха. Теоретически можно зачистить двумя вот это вот все пространство. И потом с двух сторон зайти и начикать их. Вот так вот можно сделать, да. Наверное, так и сделаем. Почему бы нет? Так, беги сюда. Тут ничего лутать больше не надо, да? Или надо? Давайте, вот канистра. Или мы тут все полутали уже? Вот тут, что-то вот тут вот стояло, нет? Какая-то коробочка вот эта вот, она не лутается? Нифига, походу, не лутается уже. Ну и походу, вот так вот мы и пойдем. Ливит. Вот сюда вот. За коробочками, гуськом. Вот один появился. Мы его видим, замечательно. А, канистра, также сюда иди. Вот. Палит. Палит прям направлением. А Алрайдерс, что, ну, добивай. Ты опять хотел дубинкой ударить. Да, и беги вот сюда. Ну вот так вот по линии, как немцы, блин. А вот она теперь работает. Почему я... И вот это тоже работает. Как так? Я недоволен. Почему? У меня инвентарь заполнен или что? Почему? Вот сейчас я его могу поднять. А вот этим дебилом не мог поднять. Как так-то? Что происходит? Я четко помнил. Вот, сейчас... Вот я сейчас, блин, развернусь. И подставлю всю операцию, но пойду лутану это все говно, блин. Вот так вот. Все, сохраняюсь. Время-то уходит уже, блин. Утекает вдаль. Так, ладно. Надо лутануться, потому что лут это лут. И вот его опять нет. Вот здесь вот лут лежал. Кто его куда дел? Что за баги? Ну было же два лута.
И вот это неправильно. Я хочу лутать лут, а не лутать лут. Да пофигу мне на этот enemy spotted. Мне лут не дают. Давай, беги сюда. Замечательно. Операция лутинг. Так, ну чё я могу сказать? Ливит пойдет туды. Этот палец сюда не пройти. Здесь нужен All Riders. Поэтому мы бежим вот сюда, пока и встаем вот здесь вот. За нужной коробочкой, да. А туда я не побегу, потому что меня сверху спалят. Будем ждать пацана с этого... Я уже забыл их имя. Канистру или кого. Так, а тут что делать? Можно над ними просто поугарать, понаблюдать. Да? Наверное, так и сделаем. Пенициллин, я помню, где лежит. Или что, возьмем пенициллин, все равно мы будем какое-то время их зачищать весь супермаркет, поэтому можно его хотя бы немножечко поднести поближе. Да давай, иди, не боись. Так не идет, так идет. Ну ладно, иди так. Ох. Так, ну тут мы ничего не сделаем, мы опять спалимся. Надо просто ход заканчивать. И главное, снайпер бесполезный, он никого снять походу не может. Ну-ка, давайте попробуем. Не может снять, далековато стоит, да, бэк. Окей, давайте смотреть, что дальше. Ну, хотя бы эту комнату зачистим, наверное, и будем закругляться, потому что время-то уходит уже. И вот опять, смотрите, я лута не вижу. Берем Ливита, и лута нету. Но если мы встанем, блин, вот сюда вот, он чудесным образом появится. Это бесит. Это жутко бесит. Наверное, лагает из-за того, что я уже его брал и потом перезагрузился. Игра как-то запомнила. Как-то так, наверное, да? Пацан стоит прям вот напротив. Вот прям напротив стоит. И All Riders тут не поможет вообще никак. Только если вот сюда вот куда-нибудь встать. Типа беспалево, да? И потратить все свои очки. Но если я сюда встану лутать, он меня спалит за колонну. Вот сюда вот только если... Сейчас я сохранюсь, посмотрим на его реакцию. Давай. О, ну тут так дофига вообще, блин, дофига. Ну, блин. Блин. Ливита надо. А Ливит пока занят, да? Ливит пока занят. И вот что я сделаю? Я вообще нифига не... Вот я прям как Рэмбо могу залететь, всех почикать, но только это будет что? Ну так-то, смотрите, теоретически, если мы положим сейчас ящик. Подожди. А я теперь его положить не могу или что? Положить. Done and done. Сейчас попробуем. Это головоломка, загадулечка, загадулька. То есть у них зона обзора 3 клеточки, да? То есть если мы пойдем... Ну, блин, если я сейчас сюда подойду, меня спалят, так что надо в следующий раз это пробовать. Ну, ладно, попытка не пытка, как говорится. Все будет путем. Здесь то же самое. То есть он вроде бы вниз смотрит, но мне нужен канистра, чтобы спалить его, да? Так что мы подождем пока. Я уже сохранял... Меня уже трясет, все, блин. От накала страстей. Ну, все. Как бы они ходят. План капкан разрушен. Мы отступаем. Мы разбиты, да. Окей, давай сюда за коробку вставай. Палим пацана. Ну что, где пацаны? Я вообще пацанов не вижу никаких. Вот один стоит и все. А, ну так-то он меня бы спалил хоть как. Надо от этого пацана и плясать. Главное, чтобы он назад не пошел. Ну а так-то теоретически этого валим. Этого валим. Этого валим. Три пацана, три копа. Хорошее это начало для фильма, для какого-нибудь. Да. Ох-ох-ох, я сохранюсь. Ох-ох-ох-ох-ох, погнали крушить пацанов. Okay. Мне только спросить. Извините, пожалуйста, мне только спросить. Ну чё? Пока ждем, канистра пока ждет. Все замечательно.
Здрасте. А чё тут ходите? Вот он отошел, теперь уже можно действовать и просто не дробить, потому что он спиной стоит. Роджер. Да ладно тебе, он сверху еще стоит! Ты не спалил меня, чувак, нет? Ну так-то жестко, блин. Так-то же скач народу, блин. Так-то везет. Так-то что делать? Этот меня спалит. А если я сейчас его завалю, этот назад пойдет, спалит, нет? И труп уже лежит, и уже как бы деваться-то некуда. Давайте дружить вместе дальше. Надеюсь, не спалит. Да ладно, вы что делаете вообще? Что творите, пацаны? Ну, за столом он не должен спалить. Это просто пипец какой-то получается, да? Работайте, братья, работайте. Чпень по башке, не знаю, куда он там заехал. All Riders. Вроде бы последний чувак, но мне что-то подсказывает, что еще сверху там кто-то стоит, да, причем здоровый, блин, стоит кто-то. Поэтому, наверное, я все-таки тебе повезло, чувак. У меня еще две клеточки есть. Я тебя арестую, чтобы, если что, вдруг твое тельце не выпало из ряда. Вот так вот, да. Отлично. Ну, смотрим на нашего тихоню Бритбейкера. Как его там сейчас все будут палить и втроем бить. Ну, пожалуйста, нет! Спалил, слишком нагло было. Было слишком нагло, да, конечно. Чуть-чуть не рассчитал ходы, надо было. А вы-то откуда взялись, пацаны? Расскажите, пожалуйста. Там их, да, они везде, короче, представляете? В бошку стрельну, если убью, то убью. Па! Жескарик, да, конечно. Но операция сорвана опять. Тут и дробовичок, чувачок. Ага. Ну хорошо, мы сохранились рядышком. Это пофиг. Чисто по фану, я, естественно, на четверых бы не прыгнул. Возможно, мне бы в запас один ходок. А, продолжаем. Знаете, что меня прикололо? Это вот этот вот толстячок, который спрятался рядом с нами. Прям, ну, чисто такой, знаете, беспалево стоит. Так, кого я могу вынести? Никого тут, по сути, не могу вынести вообще. Даже рядышком стоящих. Даже этого, наверное, нельзя будет вынести, дам. А нафига ты мне тогда нужен, снайпер, если ты нифига не можешь сделать? Непонятно, дам. Так, давайте погнали. Немного помесимся. Вроде пацаны не особо пострадали. Возможно, даже мы разрулим ситуацию. Хотя, блин, я не сомневаюсь, да. Ну, давайте до потерь. Я не знаю. Охота пожестить? Охота. Охота пожестить, да. Но этим долго бежать. Он может оборону продержать. Ну, сзади тоже кто-то пойдет. Он встал четко вообще, конечно, да. Четенько встал. А что, я не могу по нему стрельнуть? А почему? Ну вот, громко револьвер. Ну блин, он вообще всех раскидал, еще жесткий очкарик. Жесткий очкарик. Алрайдерс тоже, в принципе, не лыком шит, он просто бежит и рубит. На, дубиной рубит, блин. Нормально. Так, кто остался? А, ну, этого мы тоже рубанем, без патрона не будем тратить. Что осталось? Один здесь. А, ну блин, мы фигово встали. Надо было за стеночку встать. Без укрытия будет больно, наверное, да? Да и пофиг, в принципе. Посмотрим, что будет. Ну блин, тут их дофига вообще. Они стоят, тупят. Они не знают, куда идти или что. Кому они говорят? Кому вы звоните, хулиганы? Или они на оборону встали? Ну вот один побежал. Там еще листочек, я хочу листочек почитать. Ну, блин, они все, они прорываются, короче. Ну, тут можно булку включить. Быдло булка. Вот с улицы побежали.
Не, ну блин, интересно. Я понимаю, что можно в любой момент переиграть просто. Тут назад побежал очкарика бить. А нет, этого. Ну, ты попал, мужик. Шансы невелики. Да. А отказаться можно выстрел сделать? Так, ну нужна какая-то... Вообще нужно посмотреть, куда бежать. Вообще, по идее, вот по этому коридору, и тут будет выход, да? Тут все почищено. Но пройти мы сюда не можем. Только вот так вот в обход. Это долговато. Еще мне этот нести, блин, пенициллин. А, охота пожестить, конечно. Пожестить охота, да? Но это трата времени получается. Получается трата времени, да? Или нет? Done and done. Understood. На тебе по шею. А, так, ну тут походу больше ничего нету, можно лутануться, побежать. Ну, мне бы сказали, что здесь кто-то есть по-любому. Окей. Ну тоже охота лутаться, лутаться охота. Можно завалить всех? Завалить всех. И потом полутаться, походить. Ну, правда, не видно, эти печенюшки будут. Ну, тут тоже вроде бы нету никого больше, да? Я бы спалил, наверное, их уже всех. А, ну вот здесь стоял, назад отбежал и спрятался, да? Ну, давайте будем почищаться канистрой. Ходы потрачены, окей. Но они побежали вниз. Почему-то вниз побежали. Блин, патроны жалко, конечно. Мы сейчас столько всего ресурса потеряем. Хотя, с другой стороны... О, паренек, давай не вздумай, а. Ты только держись. Это жизнь. Эти спалили, а вы-то откуда услышали, блин? Ёбарасота, они меня не слышали. Может, нафиг, а? О, жескач. Я, конечно, острый томатный соус-то. Вообще жиза надо взять, конечно. Но это так долго. То есть, теоретически, их можно вообще всех заигнорить. Просто поставить, что надо, и выбежать. Ну, блин, тут еще. Так, а какие у меня миссии вообще? Что я вообще тут делаю, а? Видик, заберите коробку пенициллина. Все остальное мы сделали. Видали? Ну, классные. Жескач какой-то вообще. Так, канистра. А что так далеко все? Вот так вот, давай, поближе. Ну, надо их, короче, встречать здесь. Да, канистра? Лута я больше тут не вижу. Тут у нас главный по луту. Так, по булочной системе надо сюда встать. Тут вроде кто-то есть. Да и пофиг, в принципе. Сюда отстанем, так даже удобно будет. Отстреливать супостатов. Ну, давай. Да, блин, ты жесткий парень, конечно. Вроде 4-го левела, но такой жесткий. Прорываемся, прорываемся, да. Прорываемся. Только куда, непонятно. Так, Allriders, ну давай, вставай сюда. Зачищаем этих парней. Ну, что это за место такое, как в Тарантино, короче, да? В фильмцах. Что-то пошло не так, и все, и война, короче, идет в супермаркете в городском. О, жестко. Сдох. Ой, весело, чувак, сдох, а я ржу, сижу. Да вам деваться-то некуда, парни, вы стойте тут. У вас работа.
Ну, осталось трое. Да и вон еще четверо, пятеро. Ёбарас, это... Все в трупах. Я думаю, надо хватать пенициллин, хватать динамит, бежать в эту лабораторию, там быстренько все взрывать и на Фоксе убегать, забив на всех остальных. То есть пощадить пацанов, по сути, получается. А можно я на тебя встану, парень? Не так. Походу, он застолбил мне пространство. Большая аптечка. А в жопу тебя не поцеловать, большая аптечка, блин. Пройдите, пожалуйста. Мне встать сюда надо. Спасибо. Так, ну вроде правильно встали. Да. Давай, ты, Брит Бейкер. Вот он. Угу. Шансы небольшие. Давайте Ал Райдерсом тогда повысим шансы. Что он рядышком стоит. А, хорошие шансы, давай. Так, замечательно. Так, я думаю, сейчас не будем жестить. Оставим, или подождите, давайте посмотрим. Да шанс, да он вообще жесткий стрелок, давай. У него шапка, как у ковбоя, блин. Дед старый всех раскидал, блин. Круто. А ты тогда, Брит Бейкер, сюда подойди и лутанись пока между делом, да? То и не могу смотреть на тот лут, который лежит и скучает. Приколдес в том, что к нам снизу по улице бегут, сейчас через главные двери будут заходить пацаны. Так, а ты кто? И чё? Ну давай, чё стоишь-то? Умирай. Как будто бы вещь, смотрите, какая прикольная. У них как будто бы бронежилеты есть, но мы их пробиваем. Он здесь прям стоит? А куда он пойдет? Ну, он сюда ко мне, скорее всего, пойдет. Да? Давайте посмотрим, куда он пойдет. Рисковать лишний раз не будем. И надо сохраниться, наверное, уже нет. Я сколько людей-то положил. Как спать-то сегодня буду? А лута сколько оставил? Это жесть просто. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Фух. Фух. Ха-ха-ха. Чувак, зря ты это сделал. О, я нажал, оно спустилось. Ну, как бы, все равно я его убью. Это даже вопросов нет, не стоит. Ну, блин, надо ждать, что он поближе подойдет. Надо ждать. Эти двое ждут. Как-то нелогично, да, получается? У нас трое стоят, дефают одного, а один просто уже на подснов прям прыгает. Давай, убивайся. Туш. Так вот. Ну, получается, они стреляют, все равно надо сюда вставать. А я записку не прочитал. Или прочитал, я не помню. Походу, нет. Ну, пользуясь случаем, как говорится. В следующий раз прочитаем, за коробочки спрячемся. Можно прибежать. Я не спорю. Но я не буду этого делать, я подожду. Да, ждем. Блин, не сохранился опять. Потненько, потненько. Трупов пипец. Просто целая комната в трупах вся. Ну вот еще двое, да. Нормально, надо стоять, оборону держать. Пацаны, вы попали. Вы просто попали, да. О, можно я тебя ножом ударю? У меня же есть нож. Брит Бейкер, покажи сюрприз. Из-за стенки такой. Нормально. Так, мне нужна записка. Эта война идет за записку, короче, да. Так, этого не попадаю. Ну, давай, дед. Что, серьезно, что ли? Не достаю? Вы арестованы! Но они вроде не стреляют, так что нормально. Все, канистра давай. Не надо к нему бежать, алло. Ну, давай, попробуй стрельнуть. Ну, нормально. Я доволен тобой, молодец. Все правильно сделал, да. Левит. Прочитай записочку, пожалуйста. Кенни, я припрятал в туалете бутылку читаут Пруст какую-то, которую удалось стащить при переучете. Давай выпьем в перерыве. Хочу посмотреть на твое лицо, когда ты попробуешь настоящее... Ну окей, в туалете бутылка спрятана. Это стоило того, чтобы, блин, выйти на угол атаки, да, так сказать, чтобы... И получить по шапке, если что, вдруг...
Ну тут коридор-то полностью пустой, не от кого получать. Получается, получать не от кого, да. А как вот в эту вот румку попасть? Вот двери, да? Ну, естественно, попадать мы в нее пока что не будем, потому что задание мы все, грубо говоря, сделали, и остается у нас только взорвать, да. Я понимаю, что это дополнительные очочки, но рискованно пипец, я хочу сохраниться. Итак, что мы имеем? У нас есть веселый парень здесь стоит, можно, кстати, вот сюда вот подойти, я думаю, ничего нам за это не будет, мы же сохранились, нам пофиг вообще, да. Парень тут один остался, больше у него друзей нету, вообще пустые комнаты, то есть сюда можно прям зайти и залутаться, вы представляете? Есть парни на улице, но мы их тоже не видим. Кстати, почему мы их не видим? Они сейчас прибегут по-любому, сволочи. Да, а может и они уже прибежали, да. И вот здесь вот парни, да, Allriders сможет подойти вот сюда вот. Это, конечно, наглёшь уже пипец полный, да? Давай вот сюда подойди, вот так вот прям, да. А чё мы патроны будем тратить, да? У меня же 2 очка еще хода есть. А, у меня дубины нет. Ну и ладно, пофиг. Повезло тебе. Вот тебе единственному повезло, наверное, из всей этой шайки. Это тебе, да. Канистра, 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 канистра. Тоже забегай сюда, наверное. Блин, вот трупы мешают. Не пройти, не проехать, да, разлеглись. Прочитаем сейчас записку. Бридбейкер, Бридбейкер, Бридбейкер. Я не знаю, за пенициллином стоит сюда идти или нет. Или сейчас сюда ватага прибежит пацанов. Ну пусть пока так стоит, да. Так, и следующий ход будем тоже действовать. Мне уже надо заканчивать. Поэтому мы потихонечку будем уже закругляться. Сейчас прочитаем записку, заварим пацана, выйдем на разведочку вниз в коридор, посмотрим, нет ли там народу. Тут тоже все интересно обстоит. То есть они сами, наверное, двери не откроют, будут стоять тупить. Блин, я хотел в этот стриптиз-клуб сходить, ну ладно. В принципе, пофиг. Не надо никого поднимать, мне надо сюда вот встать. Ой, как вы тут стрёмно разлеглись-то. Вот, давай. Молодцы. Читаем. Денис, если в пересменке охраны нет нужды, дай знать. Код отключения охраны сигнализации 3456. Реально ведь у тебя там переучет сегодня или что? Нахрена пацанов зря гонять? Тем более они нам в казино нужнее. В казино, в казино, в казино, в казино. А где казино? Ну как бы пофиг вообще на это казино на самом деле. Ну давайте сюда подойдем. Allrider сделает свое дело сам. Он это делать умеет. Подожди, мужик. Бридбейкер. Это вот этот парень с пенициллином, да? Вот тот самый. Я боюсь, что я его сейчас возьму, понесу назад, и там меня пацаны встретят, которые на улице бегут. Так же по-любому будет. Надо все время ушки на макушке держать. Теоретически можно им вообще в угол забиться и ничего не делать. Либо как-то вот через этот окоп пойти. Ну, блин, это минус пацан на всю игру. Это немного накаляет. Ага, давайте сюда встанем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тоже пусто. Сразу коридор спалим и не коридор. Что это такое? Что-то вкусное лежит, блин. Что-то вкусное лежит. Тут тоже охота полутаться. А чё, зачем я сюда пошел? Я думал, это дверь, а дверь-то вот здесь. Ну ладно, давайте сюда встанем. Тут, походу, никого нет. Тут просто какие-то штуки вкусные лежат. Ну, вот и оно стоило того ли? Расскажите мне, пожалуйста, это что такое? Мы тут были, нет? Я не помню. Ну, что-то до боли знакомое, да, опять? Нет, тут куча пацанов было, можно... А, туалет, тут бутылка лежит, вина. Ну, возьмем, наверное, возьмем. Что, зря шли, что ли? Ёпэрэсэте, я убежал от пацана! Вот это дебил! Давайте смотреть, какой я дебил. Я забыл, что я пацана не убил. А, он стоит в шоке, ладно. Сейчас убьем, не переживайте, я не дебил, все задумано тогда. Пацаны запертые, короче. Блять, ну я же говорил отключить сигнализацию, займите хотя бы надежное укрытие, теперь иначе вас размажут по полкам вместо кетчупа. Вот так вот, а где сигналку-то надо крыть-то теперь, я даже не знаю. Короче, все к этому шло.
Или подождите, или у нас уже огонь, или сейчас подкрепление приедет. Короче, увидим это в следующей серии. Пока что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.